Когда я был маленьким, мне тогда лет 6 было, я был помощником пастуха. Мне нравилось пасти коров. Нравилось смотреть, как они из речки воду пьют. Теперь мне уже много лет. Я тоже пасу коров. Многое было за эти годы. Как говорят, много хорошего было, и плохое тоже было. У нас с женой двое сыновей. Теперь они живут в городе. У них свои семьи. Приезжают навестить, когда что-нибудь надо. Мы рады. Я вот что расскажу. Однажды выпал птенец из гнезда. Я хотел вернуть его матери, но не нашел ее. Ну и что мне было с ним делать? Делать нечего. Взял его к себе, чтобы прокормить. Попробую, думал. А там увидим, что с ним будет. Я сказал жене, давай покормим эту маленькую птичку. Она говорит, разве она будет это есть? А я, давай попробуем. Жена посмотрела и сказала, корми сам. Ей птенец не нравился, а мне было жалко птицу. Я ей червяков и мух собирал, 3 раза в день кормил. Она по 100 штук съедала и воду давал, пока она не перестанет пить. Надо мной соседи посмеивались, а я им говорю, я должен. Жена говорила, ты как ребенок, что ты себе думаешь? Говорит, отпусти ее, пусть живет своей жизнью. Нет, сказал я жене, я привык к ней, не могу, больно мне. Люблю ее больше жизни. А у любви этой нет границ. Опасно, когда человек что-то любит. Но я тогда об этом не думал. Я только потом догадался, что это ласточка. Обрадовался, что такая птица живет у меня. И так я кормил ее день за днем. 3 месяца она жила у меня. Выросла большая. Я с ней играл. Она со мной тоже. Вот пойду огород копать, а она прилетит ко мне, сядет на плечо. Я смотрю на нее. Смотрю на мою красивую ласточку. Так я ею любовался. Смеются соседи надо мной. Ты, говорят, как маленький. Ты, говорят, с ума сошел. Что ты с ней забавляешься? А я им говорю, я должен. Ha 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 ha!
И детям я тоже должен. Каждый хочет быть сытым. Ты же родитель. И когда ты все приготовишь, тогда ты нужен. Тогда тебя любят. А ласточка не умела обижать. Я думал, как я буду без нее? Мы, как говорят, сроднились, сдружились. Я смотрел на нее и думал, вот она улетит, все ласточки улетают, я останусь один. А весной она вернется, и снова мы будем вместе. Будем любоваться жизнью. Прекрасно, когда есть друг. Но время проходит, а ласточка не улетала. Она должна была улететь, но она не улетала. Я думал, может уехать на море, там, где тепло. Я детям говорил, отвезите меня на машине. Папа, говорят, ты фантазируешь. Играешься, как маленький ребенок. Какой маленький ребенок? Это же ласточка. В доме тоже тепло, но ласточке нужен воздух, большое небо, а в нашем доме его нет. Я не знал, что делать. И однажды она не прилетела. Где она? Что с ней? Искал я ее. И потом понял. Погибла моя ласточка. Да, как жаль, что я не видел, где. Жаль, что я не мог сказать ей, не лети туда. Нет больше для меня радости. Я часто думаю, может взять мне другую ласточку, кормить ее, играть с ней. Потом думаю, зачем брать грех на душу? А если ее снова не станет? Нет. Я думал, что мне делать? Всякое я думал. Боже, любил ее страшно. Слушайте, когда есть кто-то, кто вас любит, это и есть ваша жизнь.